Congrats. Всем утро доброе, если оно доброе. Смотрите, отодвигаю я сегодня шторку. Выезжать. И вот что мы видим. Видите, какая трещина? И вот тут вот не пойму. Но это не скол. Сюда скол. На скол не похоже. Мне вчера ничего не прилетало. Вот скол. Это да. Это видно, что камень прилетел. А это что за цирк такой? Вот так же, как и это. На ровном месте. Просто ни с того, ни с сего. Раз и все. Это что, такие стекла нынче делают? Или что? Что за хрень-то? Шторку отодвинул, я охренел. Вчера не было. Установился, было темно. Правда. Я бы это увидел. По-любому бы увидел. Сейчас вот открываю, сдвигаю. У кого-нибудь есть какое-нибудь логическое объяснение? Лично у меня нет. Но здесь не похоже. Как бы вот пошла отсюда, понятно. Но наскол оттуда нету. Не похоже, что камень прилетел. Говорили колобки, ничего не понимаю. Сказать, чтобы сильно настроение на эту трещину испортило? Нет, сильно она его не испортила, потому что нам все равно это стекло лобовое надо менять. Меня интересует вопрос, почему? Причина, почему там треснуло, почему здесь скол, хороший ж камень прилетел, а трещины никакой. А там на ровном месте стекло расходится. У нас что, такие стекла нынче делают или что, я не пойму. Не спешите, бабушка, не надо торопиться. Бабушка, женщина. Сегодня приятная женщина. Ну, она уже сменились. Сейчас время. Ну, у них уже без 29. До свидания. Ульяновская. Ну, без 28. Московская. А ночью была такая. Вчера вечером и сегодня утром. Такая горхона какая-то сидела. Хотелось даже поругаться с ней. Не буду рассказывать, почему. Ругаться не стал. Настроение ей портить. Да и себе тоже. Вон приколов хватает, видите? Так, короче, вернемся к нашим баранам. Пристегнулись простынями от винта. Без 28, 166 километров до Пензы. Контраст в погоде, да, смотрите какой, какая была вчера и какая сегодня. Сегодня опять погодка под красную плесень косит или косит. Так, какие планы? Ну что, сейчас до Пензы. Нам пока туда-сюда, там в аптеку надо сбегать, пока Мишу буду ждать. Миша приедет, загрузимся и полетим в Макшан. Все, что меня еще смущает, это вот этот, конечно, дождь. Ну, километров-то еще 160, 200 даже до Макшана. Будем надеяться, что, может быть, там его не будет. Потому что... Чтобы достать от снегоход, нужно будет крышу сдвигать. А там у нас коробки. И под таким дождем просто коробки тупо намокнут. А это не есть хорошо. Мы же не знаем, что там в них. Ну, посмотрим. Пока еще как бы здесь дождь, ладно. Главное, чтобы там его действительно не было. Ну, а с этим я просто не знаю. Вот это вот место раскола.
Лба разошлись, две трещины в разные стороны. Но не похоже, что... Вот здесь вот не похоже, что камень прилетел. В всяком случае, я вчера не слышал ничего. У меня какое-то... Что-то куда-то прилетало в камин. Может, и прилетело, я не знаю. Мужская музыка играла в этот момент. Но не похоже. Ладно. Сказать, что сильно расстроился-то не буду, в принципе. Все равно менять. На Латвию-то мы и так съездили. Это, я думаю, не туда. Больших вопросов не должен задавать по этому поводу. Вот такая фигня. Я тут сдвигаю, блин, чуть заикаться не начал. Ни хрена себе. Кинул с утра. Ох-ох-ох. Вот, ладненько, так. Трудимся дальше. Едем. Сегодня думали помыться еще сегодня, заехать между Пензой и Макшаном. Я уже и не знаю. Подожду по такому. По идее, не должна она сильно вымазаться. Может быть, заедем и помоем машину, кормилицу. Мне тут этот танк всегда нравился. Красавчик такой стоит, да? Огонь. И, наверное, все. Сейчас уже у нас и закончится Ульяновская губерния. И начнется Пензенская. Пенза, вот и Пенза, здрасте вам. Че, распогодилось, смотрите, все хорошо. Так что мойка по-любому, едем мыться. Потому что, ну, и мамочки такие, подходить страшно, причем с любой стороны. Немножко рано, еще без 20:10, но нормально, мне тут, сейчас говорю, в аптеке тут сбегаем. Три канистры от Blue осталось, две зальем, одну оставим в запасе. Больше ему не надо. Потом бачок от Blue потом дольем там уже, перед границей с Белоруссией. Что еще? Умыватель тоже вот уже, видите, просит жидкость. Зальем. Ну, пока тут туда-сюда по мелочам, в общем, и все, и уже и Миша приедет. Потом заедем на мойку, помоемся, поедем выгружать. Ну, а чтоб не пошел дождь, вроде как не похоже. Поедем, выгрузим наш снегоход и потихонечку потом пошлепаем в этот, в сторону Москвы. Едем сюда, на этот, на Петушок. Петуха этого, как он там, золотой петушок, гребешок. Там, где расстались, там же и встретимся. Место встречи изменить нельзя, точно. Все, прибываем. Место встречи, которое изменить нельзя. Плюс 5 на улице. Это довольно-таки комфортно. Хорошо. Вот, видите, на стоянку. Тут даже прям нарисовано, вон, петушок нарисован. И как заезд на стоянку осуществлять. Сура, сура, сура.
никогда не доводилось отсюда на Саранск ездить. Через 50 метров плавно поверните направо. На следующем повороте налево. Используйте третий дьюз. Мы что стоим, алло? объедем и надо же нам выезжать опять в эту сторону через эту, как заезжали. Ну что ты, брат киргиз, ну ё-моё, ну что ж ты мне проезд загородил? Братан, все, можешь стоять дальше, не ехать. Из 10-10. Все, ждем Михаила Владимировича, делаем свои дела и едем дальше. Ай, смотрите, кто приехал. Ты, наверное, и не уезжал, да? Тут что-то потусовался тут в Пензе и все. Что, как месяц назад, как был, такой же и остался. На 5 килограмм поправил. Ну, сейчас похудеешь. Сегодня будешь хорошо трудиться. Там как раз надо пол прицепа перекидать? Да, коробок раскидать. Так что... Ой, привет. Здорово, геноцвали. Привет, всем привет. Как оно? Нормально, кормилица, привет. Мурзатенькая, видишь какая? Поедем помоем. Грязней приехал, чем я. Ну так у меня ж немножко уже и снег был, и зима пришел. Потом закончился, потом опять пришел. А ну у что? Нас там теплей. Готов? Да, что? Ну все тогда. Работаем. Такое ощущение, что и не уезжал с Пензы, да? Ну, ты только что солнышко светило, когда я уезжал. Такое место встречи изменить нельзя, да? Что-то мы тут уже приросли к этому петушку. А что, нормальное место, да? Ну, в принципе, да, и тебе хорошо по дороге. Заехал, забрал, заехал, отпустил. Ну, единственное, что муторно, это поездка на автобусе. Она хоть и недалеко, там 3-4 часа езды, но не прилечь, не присесть. Ну, хоть не стоя, и то хорошо. Ну да, хоть не стоя. Понятно. Ну как выходные? Отпуск. Через 170 метров. Да, что-то как, какой-то никакой.
толком никуда не съездил, толком и на рыбалку не съездил. Вообще, короче, лежал килограмм зарабатывал. Да, поправился на 5 килограмм. На подземье. Нет, серьезно поправился. Поверните направо. Затем на следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Едут, 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 все едут, всем надо ехать, и нам тоже надо ехать. Еще что-то. Ну и что, и как это отсюда выехать теперь? Короче, поехали мы. Сначала поедем. По процедуре сканю отправим, потому что она бедная уже просто. Через 140 метров держитесь правее. Цвет лица потеряла. Так, сейчас на мосту раскручивается. Все, да, на мосту раскручивается. Через 50 метров держитесь правее. Через 300 метров поверните налево. Через 120 метров держитесь. Одна налево, вторая направо. Вы превышаете на следующем повороте налево. Через 60 метров плавно поверните направо. Какая же она и главная. Не, я ехал была главная у меня. А сейчас у них главная? Сейчас у них главная. Все равно, да. Да, поехали. Поехали? Поехали, поехали, поехали. Поехали, поехали, поехали. Левее, 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 берег. Левее тут едут. Как дождя нет. Переживаю, чтобы выгружаться, наши коробочки не замочить. На следующем повороте налево. На следующем повороте направо. Проедьте 29 километров.
и не принимать. Поедем, продадим, это будет явно больше цены, чем нам за перевозку платят. Поедем вот сюда, вот. Туда вроде неплохо помыли. Когда мы сюда ехали. Дорожной сети. Все как мы любим. Что там, колейка, что ли? Да нету никакой колейки, так люди стоят, что ли. Там, наверное, вон там-то и кафе есть. Все как месяц назад. Сюда заезжали, мылись. Потом в Пензе менялись. Так, цены не изменились. Я только в обратном этом самом порядке. Да, да, да. До Минска. Не, до Минска мы ехать не спавши не будем. Вы прибудете в конечный пункт через 70 метров. А они работают? А я знаю. Но у них здесь, вон, светофор зеленый. Здесь же заезд. Мы тогда оттуда заезжали. Ну, она тогда говорила, что у них заезд отсюда. Типа, вообще, что, говорит, светофоры не видели. Да. Да, типа того. Блин, ну сюда как-то приятнее выезжать чистому, чем туда. Поехали отсюда. Какая разница? А, тут красненькие, мы там машины, наверное, стоит. Наверное. Ну, давай поедем, как правильно. Пошел процесс по процедуре намывания. Наверное, час будут мыть по одному на машину. Красота-то какая! Лепота! 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 Но за красоту. Ах, намыли красоту! Красота! Она огнем горит, а? Огнем? Огонь. Поехали! Все, поехали? Поехали. Клиент заждался нас. Обещали в два приехать, уже полтретьего. Ну, часа полтора мыли, да? Да, это так. Думаю, долго, но хорошо. Ну, один человек, правильно. Готовьтесь к правому повороту через 1 километр. Так, у нас там какое-то СТО. Территория какая-то. Прямо на территорию нужно будет там толкать. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Задом. Хорошо, дождя нету, отлично, сухо. Уж очень переживал за эти коробки. Я уже понял только одно. Там, где висит знак «нельзя», значит, немножко можно. Готовьтесь к правому повороту через 560 метров. Затем прибудите в конечный пункт через 120 метров. Я сейчас по Иркутску, там тоже бойсал так, что там...
тоже кругом. Да, ты что, гайцы стоят, глаза такие, остановить негде. Там совсем центр. На заправку ездил. Проводами не увезти. Ну, да, вот, провода не увезти. Все остальное фигня. Вот, нам, я так понял, вот сюда. Короче... Надо развернуться, наверное, скорее всего. Нет, подожди. Ты не сюда. Нет, не сюда. Вот поворот. На Заброшенный улице. На следующем повороте поверните направо, затем прибудете в конечный пункт. О, на автозапчасти, вот туда нам. Да, улица Заувражная 1, вот нам сюда. Сейчас как-то тут надо куда-то задом. А, ну все, манипулятор я уже вижу. Тормози, надо мелких разгонять. И вон ту водовозку, которая, наверное, стоит, откачивает что-то какое-то. Пошли узнавать. Ну, мелкие уже разбегаются сами. Халадин же лишний килограмм сбрасывает. Решил поработать, говорит, я полезу работать. Ну-ну. Давай-давай. Сам ездит. Миша, вот эти хреновины сюда. Сейчас переложим. Я сейчас пойду там разберусь, приду. Огонь! Он и по камням хорошо ездит. Все, крышу куда полез? А, коробку забыл. Я думал, ты уже слазишь, про крышу забыл. Ты ж не затянул до конца. Поднимай обратно. Я не пойду назад за этой штукой. Ты сказал сам, уноси. Все? Все налажено, все по пунктуру. Ага, курточка модная, все дела. Моднее меня стал. Да, приобрел для работы. Огонь. Закрывай хату, погнали. Тоже мне пензенский борщ уже вычихался. Я уже шашлык хочу этот. Уметовский. Тебе еще тут до умета скакать и скакать. Смотри, точно закрылось все. Надо нашу пломбочку взять зелененькую, повесить. Надо. Что? Тебя жду, когда ты руки свои снимаешь. Вот так. Пломбочку неси, давай. Повесим. И поездил. Ох, как она огнем горит. А? Где-то ж там в нашем бардаке, аккуратно сложенном. Я даже показывать не буду. Спасибо Виктору со скиза. Две не надо, зачем ты? Две досталось. Ты машина зверсущая, да? Слушай, уже испачкал. А ты как хотел? Ты резко тоже в работу влился. Ага.
так вот, да, делал? А, этот, если неправильно всунешь, возьмешь еще раз их там. Раздавать можно. Все, поехали. Бесплатно. А, все, здесь. Им просто негде останавливаться здесь. Сейчас он уже, видишь, асфальт закатали. Если что, оставили что-нибудь? Ну, сделали. С той стороны. Ну, будут весы. Думаешь, они их уберут, они их опять закатаются. Ну, ясно. Остались, остались. Они их и с этой стороны поставят, и с той оставят. Сейчас тебе такую кормушку уберут, ага. Что и требовалось доказать. Намыли скамейку, пошел дождь. Все, видите, дождь, грязь. Понятно, что такой же наконец-то, конечно, не станет, но блестеть, как у кота, уже не будет. Даже в Москве.
остаться не может. Только уехал. СМС-ки шлет. Шучу, я шучу. Сейчас опять ты контору все спалил. Так ты не домой слал? А при чем здесь домой? Опять ноги на панели. А, это... Поворчать же надо кому-то. Это, понарошку. Они там не по-настоящему, они там понарошку. Что ты хотел? Критику надо воспринимать адекватно. Адекватно воспринимаю. Ну. Уже привык. Ну. Давным-давно. Поныть, что погода спортивалась, это да. Семьдесят до колечка, и там сколько километров? 5 и еще. Там еще 7. Короче, еще 80. 80 км до ужина. Вот так. Что, куда? Туда поедем? Да, наверное, туда и поедем. Малиновый звон? Заодно спросим у нее, почему она по ночам не работает, да? Да-да-да, в прошлый раз она нас обломала. Мы же сюда ехали, мы же вот здесь кушали. Умет. Мясо. Я уже слышу его запах. Как раз время ужина, 6 часов вечера. Так, теперь главное не пролететь. Так ты же за штурмана, так что ты давай. Давай, там сильно не газуй, Киру. Так еще нету никого. У нас здесь еще даже дома не появились, видишь, темно. Дома здесь везде. Вон дома. Они не, это не те дома. Еще ж даже значка не было. Далековато же от Москвы, ты еще дачник. С 13-го региона. Это местные. Мед, это у нас Мордовия. Как говорил этот Шура Балаган. Мордовская ССР. Там же типа подальше. Тут, нет, ну подальше, но тут прям вот прям рядом недалеко. Кричи, если что, громко. Уже, в принципе, можешь даже и не газовать сюда. Не, ну ты поворотом направо. Да. Нет? Где-то вот прямо вот здесь вот. Здесь? Ну, поехали. Где-то. Возможно, где вот машины стоят, где-то вот прямо здесь. Машины стоят, я тут не стану. Брат. Пятерочка. По-моему, была на после. Что-то из СССР. Ну, вот здесь вот прямо. Там, наверное. Справа. Столько машин вообще прям не ожидал. Здесь вот прям. Аптека. Вон там. Транзит. Дальше. Моргает вот здесь. Здесь? Да. Вот это тетенька, вот этот домик, это, да? Ну, да. Вот она прям. Вот это? Да, вот она. Точно? Да. Или может дальше проехать там встать, или здесь поставить? Здесь надо поставим. Кафе вот прям перед нами. Че? Да? Ну хочешь проехать дальше? Там дальше тоже там... оттуда, что отсюда, что оттуда. Я просто здесь, получается, у меня хвост на этой. На дороге.
дороге, как на съезд на, в деревню направо. Ну давай тогда дальше проедем. Давай дальше проедем. А здесь вот между ними я не влезу. Вот здесь вот, или влезу. А я вот здесь вот же прямо влезу. Ты можешь перед ним прям встать. Зачем? А вот здесь что? О, сука, место. Вот, малина, прямо напротив малинового возьму. Красавчик. Уйдем. Ну и, наверное, хорош на сегодня. Кирицы, да, мы прошли? Кирицы прошли, Кирицы. Да. 67 до Рязани. 248 до Москвы. Время 15 минут 10. Все. Будем швартоваться. Дальше там что, где у вас там? С Рязанью тут еще там Пуховицы. Вас приветствуется на монтаж надо. Вам тоже здравствуйте и до свидания. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Смысла дальше ехать нет. Ну а тем более в Московскую область сунуться в пятницу вечером. Стояли, но я точно не стоял здесь. Ну я тоже не стоял, но проезжая мимо, как бы глядя, асфальтированная большая стоянка. Как бы. Ну и добро. Чехана, халяль, все дела. Да, ну, сейчас мы найдем развлекушку. Да? Нет, хватит. У меня еще шашлык. Как раз он там утрамбовался, можно сейчас все улаживать. Конечный пункт через 90 метров. На следующем повороте налево. Как тут все так симпатично выглядит, вроде как. На следующем повороте налево. Вот сюда становится? А, о, тут стоянка. Вон паркинг. Ну да, стоянка тут огромная. Большая. Дорожная сеть. Добрый, дорожная. Поспим и с утреца по холодку рванем. Хватит. Хочешь туда вставать? Часов 6-7 вот так. Давай тогда вот ряд ставить. Ну вот крайний, да? Ну вот там как раз он, где фонарик место есть. Шесть-то нет, конечно. Часов семь. Часов семь поедем. Да, 4 как раз 5 часов. Да, 7 часов где-то. 6-то я погорячился, малость. Через 180 метров поверните направо. Затем через 70 метров поверните направо. Куда-нибудь. Либо к бочке, либо между этими. Ну, давай между этими сейчас поставим. Ну все? Тогда. Пока, до завтра. Паркуемся и шляфан.